царица на Богомолье при царе Алексея Михайловича. Это лучшая картина Вячеслава Григорьевича Шварца, написанная им незадолго до смерти в 1868 году. Коротким был век художника, точно угадавшего путь исторической живописи. И как много вместила его небольшая картина. Прелесть русского пейзажа, своеобразие и красоту старинного бытового уклада и загадку. Какая царица сокрыта за комкою персидской, за творами слюдяными, завесами пахтяными? Пышный поезд величаво двигался, скорее всего, к Троице-Сергиеву монастырю. Мимо убогих деревушек, по разбитым дорогам. Праздничное великолепие восхищало выбежавших на улицу крестьян. Матушка-царица, Мария Ильинична, Милославская, красавица наша, сказывают высокое да пышное, вот посмотреть бы, а карета-то, карета раздавалась в толпе. Она же вдыхала дурманящий весенний воздух, наслаждалась звоном деревенских колоколов. Что ей византийская роскошь кареты, что покачивала с колыбелью на рытвинах да ухабах, убаюкивала. Давно привыкла. Алексей Михайлович поначалу Касимовскую невесту Ефимию. Только ту порченной признали. Ловко устроил дело боярин Морозов, сонный царь вдруг. Он и нашептал царю: краше Марии Милославской на всем свете не сыскать. С той поры много весен прошло. 13 детей Мария государь подарила. Одних, правда, Бог прибрал, другие живы-здоровы. Тяжкая дума тревожит царицу. Кто из них после отца на трон сядет? Да и тот ночей не спит, молится до рассвета. Век-то какой! 17-й. Бунташный, то все довольны, а потом бегут, орут, бьют. А ты, знай, уговаривай, чтобы им от шуму перестать. Мне-то грешному, Господи, здешняя честь, аки прав. Стоит тишайший, кроткий духом, будто на перекрестке. За спиной Русь необъятная, на горизонте Россия новая прежняя. Скажет о нем историк Василий Ключевский. Одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении.
умен и милосерден царь, навычен многим философским наукам, начитан, трудолюбив, однако чувствует сам не дотянуть, не хватает пороху завершить начатые дела. Надежда на сыновей. Из устали трудится государь, торопится, почву им готовит. Расправят дети его крылья для России, вперед ее двинут решительно и быстро. Мечтает, придет ему на смену великий сын. А до того в московском Кремле будут плести кружева интриг замысловатых, с тайной завистью, да льстивыми речами. Два года печалился Алексей Михайлович по государю, да видно на все воле Божьей. Взял в жены юную дворянку Наталью Кирилловну Нарышкину. Весело катит поезд царица на Богомолье, спешит красавица в монастырь. Молитесь за государя Алексея, за первенца сына Петрушу, да за двух дочерей, за всю Россию матушку. За оконцами кареты весна красна, птицы поют, природа просыпается, зовет людей к новой жизни. Крестьяне шепчутся, едет наш медведица, да тише, не ровен час услышит кто. А где же Алексей Михайлович-то? Да забот у него полон рот, видать, ослаб совсем, здоровьем плох стал, больно тучен. А в тереме, слышь, грызня, Милославский, супротив Нарышкина. Кого царю слушать, всякий на свою сторону переманить норовит. Да еще советчики был когда-то Борис Комарозов, потом патриарх Никон особенным другом стал. Теперь вот бывший воспитатель молодой жены Артамон Матвеев. Ну, от него-то пользы немного. Заправлял театральными утехами. Благословен от царства Федора, отошел царь Алексей к Господу. Царь Федор будет страшен неприятелем России, счастлив в победах, много совершит полезного и народу потребного, но скончается через несколько лет, как христианин, с жалостным рыданием всего народа. И тогда разгорелись в Кремле жаркие страсти. 1682 год. Сторонники Нарышкиных желали на трон Петра посадить в обход царевича Ивана. Сторонники Милославских как раз наоборот. Кровавой была борьба за власть. Поднялась Москва, за нею восстали другие города. Чего тут только не было. И двоевластие Ивана да Петра, и семилетнее регентство царевны Софьи, умиротворительницы, и переворот, и заточение царевны в Новодевичий монастырь, и безумное вакханалие обогащения должностных лиц при покровительстве Нарышкиных, и, наконец, действительная власть Петра, при которой Россия пошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и громе пушек.
долгожданной весне России думалось художнику Вячеславу Шварцу, когда создавал он свою скромную картину.